Вот в этом-то беда, что деградировали внутренние кадры, не было обновления, и внешние. Во-первых, я вам представлюсь. Моя фамилия Визовтов Александр Тигранович. То есть вы видите, что наполовину я армянин. Мой отец армянин. Вот. И тем не менее, повторяю, что против вашей республики существовал с самого начала заговор. Это на мой взгляд. Как и против русского народа. Власть в Москве находится и в то время, и сейчас особенно в руках Елены Боннер, Старовойтовой и им подобным. Которые, в общем-то, если будем смотреть их национальность, это армяне, евреи-армяне. Исходя из того, что на центральном телевидении нашем, российском, так называемом, слова «русский», «русский народ» почти ругательные, то, в общем-то, можно предположить, какие силы находятся у власти, как они относятся к русскому народу, к будущему нашей России. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо азербайджанскому народу за то, что в этой республике существует 500-тысячное армянское, русское население. И несмотря на то, что правительство России заняло такую предательскую подлую политику по отношению к азербайджанскому народу, и тем не менее, вы не допустили русских погромов. Значит, не кричите, как в цивилизованной Прибалтике или там в цивилизованной Молдавии, чемодан вокзал Россия. За это вам низкий поклон и большое спасибо. И вот еще что я хочу сказать. Вот сейчас, особенно часто говорят, допустим, наемники, что советские офицеры стали наемниками. Но я вообще сейчас считаю, что это понятие такое неконкретное. Вот, допустим, я. Сейчас бы, ну, например, пришлось мне выбирать, за кого воевать. В данном конфликте между Арменией и Азербайджаном я бы стал воевать на стороне Азербайджана. И не потому, что в Азербайджане мне больше там заплатят, даже в Армении мне платили больше, а потому что есть убеждение. И точно так же, ну, можно назвать наемниками тех русских офицеров, которые еще при царе батюшке пошли защищать тех же болгаров, тех же сербов, и воевали и умирали в тех странах. Вы ведь тоже наемники. То есть в данном случае главный вопрос — это убеждение, на мой взгляд. Есть, конечно, люди, которым все равно за кого воевать, за деньги, лишь бы, как говорится, где больше платили. Но если, допустим, к примеру, какой-то офицер по своим убеждениям воюет именно на стороне Азербайджана, я его вполне понимаю. Но если это у него убеждение. Я считаю, что заговор против Советского Союза, уничтожение Советского Союза началось с заговора против Азербайджана. С этого начался. Это был пробный камень. Он дал большие круги. Это вопрос большой политики, это вопрос геополитики, это мусульманский мир, это православные и мусульмане. Это, как говорится, тут очень долго можно говорить. Но это был пробный шар. Он получился удачный у тех, кто этого хотел, а дальше прошло все остальное.